Здравствуйте, друзья, уважаемые подписчики. С вами вновь компания «Стройгарант Анапа». Я ведущий канала Андрей Орехов и по совместительству коммерческий директор фирмы. Сегодня хочу рассказать о плановом повышении цен на земельные участки в коттеджном поселке Морской. Как видите, у нас работа идет полным ходом. Некоторые дома уже скоро будем загонять под крышу. Уже разрешение все получили, то есть на свет, на воду, уже все полным ходом работа идет. И как мы и планировали, после первых подрядов, после первых 50 подрядов мы будем повышать цену на 500 тысяч рублей на земельные участки. То есть сейчас, на сегодняшний день, у нас заключено уже 37 подрядов. Осталось буквально сделать 13 подрядов. Уже может быть 12, пока я здесь. И мы будем повышать цену на 500 тысяч рублей. То есть, о чем хочу сказать. Эти 12 подрядов мы сделаем буквально за 2 недельки. То есть, если вы хотите успеть, успевайте в первую волну. Потом, как я ранее и предупреждал полгода назад, стоимость земельных участков будет уже не миллион, а 1,5 миллиона рублей. Как видите, работа идет полным ходом, и поэтому нам нет смысла больше демпинговать. Справедливая рыночная цена на земельные участки в этой локации 2 миллиона 270 тысяч рублей. Рядышком есть поселки Пятихатки, Витязево, Цибанабалка, там цена еще выше. Здесь был миллион, это ниже плинтуса. Сейчас будет 1,5, потом будет 2. То есть успевайте, бронируйте. То есть больше мы демпинговать здесь не собираемся. В общем, такие новости. Осмотрите еще раз строительство. То есть дома уже обкладываются кирпичом, идет облицовка. Скоро будем делать освещение. Скоро тут вообще будет красиво, ребята, скоро. Так что успевайте, бронируйте. По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж. На сегодня всем хорошего дня.